Солдатской кашей с тушенкой и конфетами накормили москвичей в Музее Победы. Там прошла дегустация едва ли не самого оригинального новогоднего подарка. Импровизированная полевая кухня. Приехала на так называемый нулевой этаж музея, куда можно войти без билета. И желающих отведать угощение казалось сотни. И каша, и конфеты входят в подарочный набор невероятного исторического квеста «Елка Победы. Новая миссия». Дети разгадывают шифры и преодолевают препятствия, чтобы помочь Деду Морозу добраться на легендарную новогоднюю елку 45-го года. А заодно узнают о битвах и подвигах участников Великой Отечественной войны. Квест ждет юных участников каждый день до 12 января.